2, 4, 6, 8, 10. С Дениской 10. Дениска, давай. Давай, давай. Чем пьешь, это как... Да шучи. Переходим вот к тому штуке, кто выпьет, короче, больше всех. Тот и получит сертификатик от кое-кого. Сейчас мы там эту карточку ставим, волшебную. Хорошо. Можете на один раз. Что, на три будете, да? Давай. Кто снимает тут, что видео-то? Или? Вон там уже на первое место два силача. Они выбили. Так, это что там уже, какой счет-то идет у вас? Ах, нифига там напруга. Первое место. Скажите, кто вы? Рустам. Рустам зовут. Первое место у нас кто получает? Рустам. Тебе, ты получаешь сертификат от студии Wolf Sound на 1000 рублей. На всякие там штуки, проделки. Это вот та вот Кира какая-то там уехала с Максимкой. Вот ты к нему приезжай. Говорю, у меня сертификат на 10 тысяч, короче. Может, он что-нибудь там и нормально. И тогда точно на звук хватит. Так. А второе это место... А, нет уже у нас. Второй победитель получает сертификат от шиномонтажной мастерской машины, которая находится на КСК Есения 32А. 1000 рублей. Данным сертификатом вы можете воспользоваться не только на услуги, но и в качестве скидки при покупке новой резины. Сергей, поздравляю. Я просто вас немножечко это хотел, как сказать, надурить. По факту вы остались все равно с призами. Это как бы было просто для прикола. Так, и, ну типа как третье место, но это не третье место по факту. Да, тоже первое место получает участница, девушка единственная, которая была и выбила там чуть не мужиков даже некоторых. Выходим на сцену. Ты получаешь от Юлия после люля сертификат на сумму 1000 рублей. Да, как раз на косички. Так что никогда не стесняйся, бей сильно, все будет четко. Так, далее что продолжаем? Там что-то музыка, а? Где-то идет. Так, что же? Что же у нас дальше? Теперь у нас благодарственные письма. Я понял, то я смотрю, что там, кто там, чтобы не запутаться. А то вдруг у меня не хватит того, что есть. И, кстати, еще самое-то главное, это еще не все. А наклеечки где? Не наклеечки несем? Или они здесь?
еще не переходим, еще кое-что я забыл. Кроме этого, что получается? Первое место вам наклейка Иванишка от DL Audio и типа я тоже. У вас первое, оно на двоих. Это просто типа прикол был. Тебе тоже. Так, что тут у нас еще? Девушки тоже. Вот это вот подарок. Там вонючечка и наклеечка. И вот веля уйдет. Так что... Так, вот теперь можем перейти к тому самому моменту благодарственными грамотными письмами и так далее. И сейчас на сцену хотел бы пригласить тренера Грищева Елизавета Евгеньевна за вклад за танцевальное выступление на соревнования. Большая тебе благодарность. И вот я даю такую штуку. И от компании DL Audio у тебя тебе супер модная кепочка и наклеечки, и даже еще шильдик, который можно наклеить куда-то на телефон, на машину и так далее. Следующее, что же тут, что-то такое-то интересное, это вообще за человек-то непонятно. И он, главное, не я его вписывал-то, а оно само там спроецировалось. Сергей Татауров. Сергей Татауров! Чё? Он сам здесь прописался. Вот тебе за помощь в организаторскую работу. Что бы мы делали, если бы не вы? А, ты голову? Я заберу, если не надо. Так, далее идем. Далее, слушайте, что интересно. Так, следующего хотел бы я бы пригласить на сцену, да. Колбина Виталия Александровича за помощь в организационных действиях, музыке, с этими микрофонами крутыми. Благодарствую вам. Такая вот грамота. И подождите, тоже кепочку от компании DL Audio. А ты бейсболочку тоже любите, как без этого. Также наклеечка, анючечка и шильдик. Все, большое спасибо вам. Так, также. Также на сцену приглашаются люди тоже. Вообще, кстати, эти соревнования, они бы не прошли просто, как бы, без других людей. То есть это не все я делал, мне помогали, мне некогда работа и так далее, семья, много чего. Также Крамарочкина Юлия Эдуардовна приглашается на сцену. Большое спасибо, ты уже каждый год мне помогаешь. Постоянно... Пишешь, заполняешь бланки, это тоже очень все сложно. Я это ничего не успеваю. И ты уже каждый год на протяжении это все делаешь. Спасибо тебе большое. Да. Ну и переходим еще к следующим товарищам. Вот не помню, только у них тоже есть своя группа какая-то. Вроде как это Автолайф называется, или что-то типа такого. Приглашается Забелина Антонина Александровна. Тоже за помощь в организаторской работе. Спасибо тебе тоже, постоянно поддерживаешь меня. Языка. Так. А вот теперь, сейчас я объявляю, 5 минут опять перекура, к сожалению. Готовлю там все остальное. И уже начнем с класса новичок. И закончим нормальным классом посреться. Чуть-чуть ждите перекурчика. Давай.
Так, переходим дальше к награждению уже участников, кто соревновался, показывал достойные цифры и так далее. Как бы напомню всем, кто, может быть, не знает, не слышал, здесь не просто происходили там самые громкие машины или еще чего-то. Здесь нужно было правильно управлять своей системой. Это как бы большая сложность. Я думаю, все это увидели. Так, награждение начинается с класса «Новичок». В классе «Новичок» за третье место с результатом 134,71 дБ, а напомню, идеальное значение 134,99, то есть очень близко, Балябин Александр Евгеньевич. Где ты? Вот. Все. Так, ты получаешь вот такую, где она? Или вот она? А, я ее уже выкинул. Кому-то держись. Получаешь вот такие наклеечки от наших спонсоров и шильдик. Напомню, спонсорами самыми главными являются DL Audio, вот как раз как клубок собран у меня и у Дениски, и Aura Sound Equipment. Ну и, конечно же, торговому центру Maxi огромная благодарность за то, что дали нам эту площадочку, чтобы провести такое мероприятие хорошее. Так, переходим дальше. За занятое второе место в классе «Новичок» с результатом 134,75 дБ занимает Томских Иннокентий Аркадьевич. Так, где вы? Правильно хоть назвал? Опять с другой стороны те же наклеечки. И ты получаешь шубу от DL Audio, потому что сегодня же холодно. Поэтому, как бы, если что, одевай и согревайся. С DL Audio тепло. Так, переходим в первое место в классе «Новичок». Наконец-то занял человек, который, ну, реально это не раз сделал при мне, но в том году, по крайней мере, тренировался. За занятое первое место с результатом 134,78 дБ, то есть очень близко к пределу, выходит на сцену Рыжкин Дмитрий Валерьевич. Поздравляем тебя! Грамотно. Вот тебе наклеечки от компании DL Audio. Вот такой вот динамик Fireball от Auer. Ну и шутку, чтобы было тепло, весело и хорошо. Ну и сейчас переходим уже к более такому классу. Только вот кто-то написал классе любитель. Что за любитель? Не любитель, а бас-рейсер. Вообще, это просто класс. Любитель. Нету такого класса любитель. Был просто класс. Но как бы, знаете, имейте в виду, за третье место с результатом аж вот здесь вообще была прямо напряженка. Все показывали прямо цифры очень близкие. Значение 139,99. При том, что нельзя было даже во время замера перепрыгнуть за эти цифры. Выходит на сцену Ермолаев Роман Иванович. За занято третье место. Наклеечки тебе и вот такой динамичек от фирмы Aura. Сфотались хоть? Фотайте давайте. Самый молодой парень здесь.
третье место занял. Вообще красавчик. Так, идем дальше. Второе место в классе пасрейс. Это как бы жесть, цифры уже. С результатом 139,93 децибела выходит на сцену Завьялов Денис Евгеньевич. Собственной персоной. Выступает, можно сказать, впервые. Даже ты вообще в этом году только собрался, и уже ты занял место. Получил наклеечки. Еще и, кстати, не какое-то там беспонтовое, а целое второе место. Давай еще. Пять. А ты не торопись, надо было сфотаться. Бежите все, бежите. Эй, тут за первое место-то кто же это получил-то, ё-моё. Удивились, потому что, ну как это возможно? Тут не то, что даже первое место, это можно сказать прямо... Цифра рекордная. 139,99 децибел. Это, ну, единственное, самое лучшее значение, которое могло бы быть на этих соревнованиях. И за первое место выходит обладатель не Васика вот того, Пешков Никита Дмитриевич. Давай, иду сюда. Ты получаешь вот такой здоровенный динамик, что у нас даже сломалась коробка, ё-моё, от веса. Шуба от Дэль Аудичек и так далее. Все. Давай посмотрим, посмотрим. Так. А что, ну все же вроде места закончились, а что-то подарки-то остались. Сейчас дадим тебе. Так, а где же, что же там бумажка-то какая-то, или нету никаких бумажек? А, бумажки-то закончились. Ну, короче, на сцену... А он это купит уже, он переключается, да. Короче.